каждый раз, попадая в школу, испытываешь чувство ностальгии. Причем неважно, в этом образовательном учреждении ты учился или в каком-то другом, в школах царит своя особая атмосфера. Это навевает мысли, воспоминания о том огромном пути, который был пройден. Ведь действительно, дорога в профессию начинается в школе. А с сентября 2023 года в школах появились обязательные уроки профориентации. На Всероссийском родительском собрании «Россия. Мои горизонты» говорили об этом важном направлении. Собрание состоялось во всех школах округа. Куда пойти учиться, какой вуз или колледж выбрать, что нужно именно мне, то, что волнует каждого старшеклассника. «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов, который реализуется в рамках национального проекта образования. Щелковская гимназия номер 6 участвует в нем с 2019 года. Учреждение одно из лучших в регионе. В рейтинге RAEKS по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, гимназия занимает 10-е место. Иду целенаправленно в технологические классы, инженерные, или это экономические, социально-экономические классы, это предпринимательские классы. И уже украшают своими фамилиями лучшие вузы страны. И мы видим, что 59 человек, например, из всего прошлого года выпуска поступили на профессии, связанные с инженерными специальностями, с технологическими процессами. Какое бы направление ни выбрал школьник, важно, чтобы это был именно его выбор, а не чье-то желание. Но и поддержка родителей крайне важна. Беседуя дома с ребенком, помочь ему сделать этот правильный выбор, выбрать то направление подготовки, которое ему в будущем поможет, также сделать осознанный выбор своей профессии. Самыми популярными у абитуриентов в 2023 году стали IT-направления, а также инженерно-технические и сфера медицины. Что выберут выпускники в этом году, узнаем уже скоро, ведь итоговая аттестация не за горами. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.